Здравствуйте, уважаемые садоводы! Еще раз хочу показать яблоню. Это сорт Жигулевская Джелезова Валерия Константиновича. Клон от Джелезова Валерия Константиновича, потому что люди пишут, что Жигулевская у нас не морозостойкая. Вот может быть и так, но клон от Джелезова вполне себе морозостойкий. То есть от 40-градусных зим повреждений нету, все выжило. Это была позапрошлая зима. В этот год было 35. Ну вот разве что вот это вот. Вот это вот последствия 40-градусной зимы может быть. Вот, вот. В этот год было 35. Тоже никаких повреждений. Было 18 дней заморозков. Вот рядом пипин шафраны. Смотрим одно единственное яблоко. 18 дней заморозков. Каждый третий день минус 5. Где-то больше, где-то меньше, не знаю. 2 дня тепла, потом заморозок. 2 дня тепла, потом заморозок. Черная смородина. Не урожай. Красная смородина только внутри куста. Все било. И такой урожай яблок. Яблоко Жигулевское. Сорт от Джелезова. Парши нету. Единственное, что есть, вот такая вот ржавленность, ну, некоторая, как скажем, ржавленность, не ржавленность, но это от мороза, от заморозков повреждений. Вот листья, вот они такие вот все были, вот вообще вот все побитые листья. Вот это листья, побитые заморозками. И, конечно, она бы больше дала урожая, потому что у нее в основном же на однолетних приростах, вот это однолетний прирост прошлого года, вот на нем 2 яблока, и вот это уже прирост этого года. Вот она вот так должна быть. Но так как они менее зимостойкие, и они быстрее отмерзли весной, поэтому в основном как-то вот так и на кольчатках, и там вот на кольчатках яблоко вполне себе отлично. Не сказать бы, что оно не зимнее, но вот мне кажется, вот уже сейчас вот уже самый-самый-самый. Ну, еще краснее будет со временем. Вот такие вот жилки на нем. Вот тоже вот я только здесь наблюдал. Вот ржавленность. И вот такие вот жилки-прожилки. Это опять же от заморозков остатки. По размерам. Вот я тут как раз сохранил Антоновку. Антоновка. Моя тут местная. Ну, вот если так сравнить. Ну что, ну, с размер с Антоновку. Тут чуть меньше. Тут вот размер с Антоновку. Антоновка, конечно, полежит. Я просто размер. То есть размер Антоновки. Сегодня 1 сентября. В принципе, можно попробовать. Какое тут более красное, более уже снимается. Да, тут пыталась плодожорка, походу, к ней подлезть. В этот год, да, не особо красивые они. Ну, как некрасивые? Тут, кто понимает, в яблоках скажет, что вполне себе хорошего размера и цвета. Да, вот эта корявость, это как раз вот последствия заморозков весенних. Ну, сочность яблока есть. Видно, не видно. Сочная. Такого приятного вкуса. Кислинки не так много вот сейчас. Она может уже очень, так скажем, твердое яблоко. Твердое яблоко. Вполне себе транспортабельное. Даже я бы сказал, вот его ничем не прожать, не промять даже. Вот хоть что делать. Есть сок, есть вкус. Вполне. Даже для перевозки. Возможно, оно и полежит. Потому что твердость-то есть. Но вкус уже есть. Хороший вкус такой. Сбалансированный.
и не слишком сладкий, и не кислый, но и не приторный. И сок есть, то есть не сухие яблоки. Вполне себе хороший сорт. Во всяком случае, для нашей местности мне он очень понравился. Республика Мариэл, Волговятский район. Вполне себе заслуживает внимания такой сорт. Сорт Жигулевская, клон от Железова. Все, уважаемые садоводы, спасибо вам всем за внимание.